Когда вы открываете любую книгу, рассказывающую о том, как случилось, что классицизм, венские классики, вдруг отошли в прошлое, стали историей, и появились романтики, то в книгах есть разные объяснения. В одной книге прежде всего акцентируется то, что пришло время подумать о том, что разум ошибается, чувства никогда. В другой книге написано, что виновата в этом французская революция, потому что просветители дождались, напросвещались и подготовили революцию, которая вызвала страшное количество жертв. Погибли миллионы гетокомбы человеческих тел под землей, а в результате реставрация. Приезжает опять очередной Людовик, похожий на Дюка, вступает в свои права, опять монархия, опять камзол, опять все сначала. За что боролись? Во имя чего? Все эти разговоры о равенстве, братстве. И о свободе. Какая свобода? За что погибли эти люди? Классики как бы говорили так. Нас учили Вольтер, Дидро, Руссо, нас учили просветителей. Спасти человечество можно только одним образом. Светом ума. Нужно осветить всю грязь, всю паутину всех, кто живет в этой грязи. Смотрите, вот где вы живете. Получите свет, просветитесь красотой, гармонией, совершенством. Вот, увидели, где вы живете. Идите сюда, поднимайтесь. Вот она, идея просвещения, идея классицизма. Показать гармонию. И Моцарт говорит, это не важно, какие чувства страшные, трагичные. Важно, чтобы это было совершенно, красиво, гармонично. Даже о трагедии нужно писать гармонично. Просветители не рассчитали. Все эти Моцарты, Бетховен и Гайдны, которые не говорили о своей собственной жизни, а писали для нас, хотели нас просветить, улучшить, они проиграли. Такие романтики. Шуман влюбился. Девушку звали Абег. Никто не должен был знать об этой любви, об имени девушки. Шуман никому не сказал. Он только написал такую музыку. А при чем здесь Абег? Ну, те, кто знает латинские названия нот, сразу скажут, это А. Это Б, это Е, это ГГ. Абег. Абег. Можете себе представить, какие чувства испытывала Абег, сидя в зале? Удивительное. Лист путешествует. Едет в долину Абермана, пишет долина Абермана. Едет в Италию, пишет сонеты Петрарки. Кругом Петрарка, карнавалы, впечатления. Вся музыка Листа, вся музыка Шумана, вся музыка композиторов-романтиков – это их дневник. Почему? А потому что, в отличие от классиков, они сказали. Самое главное – это то, что во мне. Это чувство. Если в этом мире нет места для чувств, я убегаю от вас. Ухожу куда угодно, в сказки. Я полюблю сказочную принцессу. Если я не могу назвать на весь мир имя своей любимой, я назову это через... Появляется мистическое ощущение ухода от этого каждодневного мира. Появляется мистическое ощущение одиночества, потому что самое главное, что происходит в мире, происходит внутри тебя. Это твои чувства, это твои бури. А вообще ведь именно романтизм возник как протест. Против мещанства, мещанства духа, против извечного врага человечества, филистеров. Они возненавидят пение соловья, потому что оно не полезно. Будут отрицать запах розы, потому что запах нельзя положить в карман. Романтики сказали, мещанство – это самый страшный враг планеты. Он задушит планету, он задушит цивилизацию. Вот он, лист! С точки зрения классика здесь все абсурд.
Это не начало музыки, это не начало гармонии, это сразу впрыгивание, вплескивание в какое-то бурное состояние души, которое даже не успело объявить себя. Где ты? Зачем ты? Почему ты пишешь эту музыку? С классиками все ясно. С классиками вот так судьба стучится в дверь. Слышите как? Вот так мы с ней сражаемся. У романтиков все совсем по-другому. Вот Шуман называет произведение «Порыв». Вы можете себе представить музыку Моцарта с названием «Порыв»? Или Бетховен пишет «Порыв»? Нет, это невозможно. Потому что «Порыв» — это не классическое определение состояния. «Порыв» — это поэтическое, это внутреннее. Очень быстро понять, что такое романтизм. Я думаю, что вот то, что я сейчас сыграю для вас, будет самым, может быть, лучшим на сегодняшний день объяснением романтизма. Однажды композиторы романтики Шуман, Брамс и Дитрих решили сделать очень необычный подарок дню рождения замечательного скрипача Иозефа Иоахима. Они написали все втроем одну сонату в четырех частях и подарили в качестве подарка. Знаете, я думаю, что любой скрипач мира мечтал бы в своей жизни, чтобы ему написали в подарок к дню рождения сонату. Но только вот было одно условие. У Иоахима был любимый девиз. По-немецки это звучит так. «Frei, aber einsam» – «Свободен, но одинок». Вообще, честно говоря, это девиз не только Иоахима. Это девиз романтиков. «Гайден». Классик служил всю жизнь, Эстергази служил графам-князьям. Бах нижайше писал письма. Вот прошу нижайше услышать мою музыку, поверить, что я очень прилежный, очень хороший. Моцарт еще зависел от власть имущих, хотя старался быть свободным художником, и это усложнило его финансовое положение. Бетховен был первый, кто отказался, кто плевал в прямом и переносном смысле на князей и графов, и даже в зеркала плевал. Вот настолько чистые и прозрачные. Ему было уже труднее. А романтики, они освободились. Они стали свободны. Ни у каких работодателей. Только Бог работодатель. Любовь работодатель. Женщина работодатель. Вот полюбил, и вот от нее идет поток. Чувств к ней, и от нее обменная энергия. И вот это рождает музыку. Свободен. Но одинок. Отказавшись от общества, от его принципов, от его традиций и сконцентрировавшись на своем внутреннем, личном, субъективном, на своих впечатлениях о мире, о Вселенной, о планете, о странах, о культуре, романтики обрекли себя. Вы знаете, что средняя продолжительность жизни романтиков на 20 лет меньше, чем у классиков. Была бы еще большая разница, если бы Моцарт, классик, не испортил картину, умерев в 36 лет. Почему? Да потому что романтики сжигали себя, а классики верили в гармонию. С верой в гармонию можно прожить достаточно много, как Гайден или другие классики. А вот романтик свободен, но одинок. Отныне он должен верить в свою звезду, в свое право быть самим собой. И вот это «свободен, но одинок» по-немецки еще раз «Frei, aber einsam» – «F-A-E». Стала основой мотива сонаты. F-A-E, три латинских обозначения ноты, по-русски «фа», «ля», «ми». Вот они. Все три композитора были поставлены перед условием написать музыку с участием этого мотива. Шуман так и начал свою медленную часть интермеца. Свободен, но одинок. Он написал безумную музыку любви. Вся эта музыка — это освобождение.
Одиночества нет, есть любовь, есть вечная система высказывания. Брамс взял и нарушил условия. Он в своей части, в скерцо, не использовал фа-ля-ми. Он использовал кое-что, что означает «свободен, одинок». Он использовал ритм бетховенской пятой симфонии «Так судьба стучится в дверь». У Бетховена это звучит так. Брамс не трогал звуковысотность. Он сделал это так. И вся музыка пронизана этим мотивом. Та-та-та-там, та-та-та-там, та-та-та-там. Судьба, борьба с судьбой, игра с судьбой, любовь. И вдруг появляется мотив та-та-та-там. Любовь, страсть, сказка, красота, безумие, необитаемый остров, свобода, океаны, вселенная. И опять та-та-та-там, та-та-та-там. Постоянно. Музыка достигает кульминации, вершин счастья и свободы. И в этот момент обрушится та-та-та-там, та-та-та-там. Есть мольба. Прошу, прошу, пожалуйста, я верю в свою звезду. Та-та-та-там. Та-та-та-там. Я сейчас осмелюсь сказать очень парадоксальную вещь. Романтизм как явление в истории искусства планеты Земля появился не столько благодаря французской революции, сколько благодаря существованию одного человека. Угу. Вот роль личности в истории. Спорь, не спорь. Никола Паганини вырос великий скрипач. Грандиозный, огромный, но не захотел, строптивым был, не захотел играть для узкого круга. Ведь что такое скрипка к тому времени, ко времени Паганини? Это инструмент избранных. Эксклюзив, как сейчас бы сказали. Не для толпы. У толпы есть скрипки там в некоторых странах народные, но они пиликают так, что аж страшно слушать дворянам. А здесь же речь идет о роскошном зале, о рояле и скрипаче, и 15 слушателях. Thank you.
Паганини не захотел. Он решил стать героем толпы. Он решил вынести скрипку в мир. А как вынести? Выйти играть в сонаты? Да простой рыбак заснет через 2-3 минуты. И Паганини создал первое шоу. Это потом Лист. Потрясенный Паганини будет величайшим шоуменом-пианистом. Он создал шоу. Он придумал концерты, в которых он не просто скрипач. Он дьявол, он чревовещатель, он мистик. Он не скрипач, он неизвестный посланник. И в его скрипке, в его игре заключены таинственные силы, волны. Почему же он первый романтик? Да потому что все те, кто учились у Гайдна, Моцарта и Бетховена, они пришли на концерт Паганини. Берлиоз, у которого не было денег, великий романтик. Он был таким классиком в начале пути, такой хороший мальчик, классический, почти венский. И вдруг он услышал, ему помогли, ему заплатили за билет. Этот бедный Берлиоз услыхал, Шуман услыхал. После этого он уже не мог быть никаким другим, кроме как романтиком. Вот, они все услышали. Они не только дети после французской революции, когда разум ошибся. Они все дети Паганини. Известная фраза «Паганини играл на одной струне». Правда, нет? И да, и нет. Никогда не играл. Играл. Как? А вот как. Паганини выходит на сцену, ставит смычок, 3 струны лопнули, остается 1. Паганини говорит: «Мои враги подрезали мои струны, чтобы я не смог вам сыграть то, что я написал, вариации на тему оперы Россини Моисей. Я написал такую музыку. А я сейчас сумею победить моих врагов. Я вам сыграю то, что я написал, только на одной струне». Паганини берет и играет. Можете себе представить, что залом вместо 4 на 1 на нижней. Все остальное не действует. Как же он мог сыграть то, что написано для 4? Теперь правду. Слушайте, пожалуйста, очень внимательно. Это правда. Паганини написал произведение для одной струны. Выучил его на одной струне. Замечательное произведение. Вариации на тему оперы. Из оперы Россини Моисей. Виртуозное, замечательное. На одной струне гениально сыграл на этой струне. Потом вышел на сцену. Перед этим подрезав 3 струны. И сыграл. На одной струне, выученная на одной струне и запись написанная для одной струны. Зачем? Вот для того, чтобы на следующий концерт пришли и ждали, что случится. И случалось, случалось, случалось. Про струны только дошедшая до нас одна из многочисленных историй. Это был и менеджер, и конферансье. Это был пародист, это был актер, это был безумец.
И к тому же еще гениальный скрипач. Представляете себе, все в одном лице. Что такое концерт Паганини для скрипки с оркестром? Зал. Огромный оркестр. В зале Шопен. Начинающий классик. Берлиоз, начинающий классик. Шуман. В разные времена, но мы их собрали все вместе. В искусстве есть своя правда. И вот они сейчас услышат этого уникального человека на концерты, которого не попасть. Билеты стоят чуть ли не годовой доход рыбака. Что они услыхали? Они услыхали и увидели не только лопнувшие струны, подрезанные струны. Они поняли кое-что еще. Наступило время не социума, а личности. И вот они сидят, оркестр начинает играть. И вот, тишина. Оркестр почему-то замолчал. Почему? А потому что выходит Паганини. Овации. И Паганини начинает играть. Как дьявол, как бог, как... Вселенная, все бежит, несется. Что делает оркестр? Вот так аккомпанирует. Я вам сейчас сыграю начало аккомпанемента. Почему? А потому что я Паганини. Я царь, я раб, я червь, я бог. Я все. Я, моя душа, мое сердце, моя любовь, моя страсть, мое безумие. Вот что важно. А социум? Помогите мне. Хотите помочь? Помогайте. Не хотите? Обойдусь без вас. We'll be right back.